Намаскар. Видео о депрессии, выпуск 2. В прошлый раз понравилось, писали, что давай продолжай, я бы еще послушал, ну я бы еще поговорил на эту тему. И в этот раз я хочу поговорить о практиках, о том, что можно делать в практической сфере для того, чтобы изменить, улучшить свое состояние. Ну вообще ничего нового, потому что я и так все эти практики продвигаю, просто вот с этой стороны зайду и с этой стороны объясню. Фактически очень мало шансов, если ты следуешь йоговскому образу жизни, очень-очень мало шансов, что у тебя будет депрессия. Я своего друга слышу, говорю, может у меня депрессия? Давай ему это. Он говорит, все, да-да, сейчас тест на депрессию пройдем. И он задает мне там вопросы, и там варианты там редко, очень часто, всегда. Я говорю, никогда. Он говорит, да-да, нету такого варианта ответа, никогда. Я говорю, никогда, такого никогда со мной не происходит. Ну и по итогу, да, действительно оказалось, что депрессия я не страдаю точно. И, в общем-то, хорошо себя нормально чувствую. И есть ряд практик, если ты их выполняешь, если смотреть вот с материальной точки зрения, с физической точки зрения, ну, депрессия становится маловероятной. Конечно, если состояние тяжелое, то наиболее разумным будет обратиться к врачу и, возможно, получить медикаментозную помощь. И когда у тебя появляется маневр, да, то есть у тебя немножечко желание жить появляется, или немножечко тебе легче становится, в этот момент ты можешь за счет внесения изменений в свой образ жизни облегчить свое состояние. И вот об этом я сегодня поговорю. Ну, что такое депрессия? С физической точки зрения. Нарушение в метаболизме гормонов, дофамин, серотонин, норадреналин. Когда этих гормонов становится мало, когда они в малом количестве вырабатываются, или когда нарушается усвоение этих гормонов, то есть наше тело не может воспользоваться этими гормонами, мы начинаем страдать от симптомов депрессии. Пропадает вкус к жизни, нету такого азарта, ощущение тлена, ощущение пустоты. Если это какая-то влюбленность, то все, запал на один объект, мне больше мир не нужен, никто мне не нужен, только ты мне нужна, ну, в таком духе. Отсутствие интереса к жизни, апатия, не получаешь удовольствия от жизни. Вот это вот все говорит о том, что гормоны не в равновесии в нашей системе. И опять же, это вот я в прошлом видео говорил, оно связано с тем, что у нас очень сильно поменялась среда обитания, и мы не приспособились еще к текущей жизни. Homo sapiens, ну как минимум миллион лет, кто-то говорит 3 миллиона лет на планете. И все это время мы были очень активными, и мы жили в основном под открытым небом. Очень много двигались и тяжелым трудом добывали себе хлеб насущный. Сегодня, в 21 веке, ситуация кардинально поменялась. И это удивительно, что у нас 10% людей в депрессии. Вообще, мы очень мощные, очень такие ядреные, крепкие. Депрессия нас гнет, но мы не гнемся. Поэтому всего 10%. Что происходит в современном мире? Мы перестали двигаться. Проснулся, принял душ, пошел на работу. На лифте. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан, спустился. Сел в машину. Приехал. На лифте. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Поднялся. Все, сел выполнять свою работу за компьютером. Вот все наше движение. Тело не двигается. И вот это вот отсутствие движения, оно очень болезненно воспринимается нашим организмом. Поэтому нужно удостовериться, что у тебя будет достаточно движения в жизни. Как минимум, ты сделай себе за практику, что я поеду не на лифте, я спущусь ногами и поднимусь ногами. Это уже один очень важный такой фактор для профилактики депрессии. Но вот с точки зрения йоговской практики, есть несколько удивительных, вообще супер шикарных вещей, которые действительно помогают преодолеть не только депрессию, много-много разных тяжелых душевных состояний. Это
танцы, йоговские танцы, каушики, тандава и асаны. Ну, по порядку. Каушики считается женским танцем, потому что приводит очень хорошо в баланс женскую психику. Считается, что если женщина делает 21 минуту в день, становится супер-женщиной. Что за супер-женщина такая? Та, в которой эмоции под контролем и сбалансированы. Потому что эмоции — это сильная сторона женского пола и слабая сторона. Они мощные очень. Поэтому дают очень яркость такую. В духовной практике, ну, я считаю, женщинам легче развиваться, чем мужчинам. Потому что эмоции яркие. Если любовь, то это любовь. А по сравнению с женщинами я чувствую себя бесчувственным чурбаном. Требуется время для того, чтобы войти в состояние концентрации, что-то чувствовать. Но при этом эмоции у них обратная сторона есть. И вот танец, который приводит в норму все твои эмоции, делает тебя богиней и супер-женщиной, это каушики. Кстати, мужчинам тоже очень рекомендуется делать этот танец. Это очень хорошее физическое упражнение. Физическое упражнение, и там есть еще духовная идеация. Ну, я записал видео на эту тему, можете посмотреть, обратиться к нему. И вот по своему опыту я могу сказать, что когда делаешь каушики, через 10 минут этой нагрузки что-то происходит с твоей физикой именно. То есть на физическом уровне ты начинаешь ощущать, что клетки... Ну, как это объяснить, я не знаю. Ну, в общем, вот, да, маленькие кусочки твоего тела начинают чувствовать радость. Что-то гормональное, что-то вот какое-то изменение на физическом плане. То есть на уровне ума нет никаких причин радоваться. Ты там впахиваешь, танцуешь, потеешь, ну, чему там радоваться? Но вот тело начинает тебе вот этот вот радостный отклик давать. И если ты с утра сделал, это вот физзарядка, да, физкультурная зарядка. В детстве родители заставляли делать. Почему зарядка? Потому что ты зарядил батареи, у тебя другое гормональное состояние, и в течение всего дня у тебя другое настроение, совершенно другая эффективность. Поэтому я рекомендую делать каушики. Тандава. Тандава – это мужской танец. Женщинам не рекомендуется по гормональным причинам. Слишком много он вот этой мужественности в тебя пробуждает. Вы знаете, да, вот этот гормон адреналин, норадреналин, в чем отличие? Адреналин — это когда ты чувствуешь себя жертвой, то есть ты ничего не можешь сделать. Ты попал, и ты ждешь своей участи. У тебя нет никакого пространства для маневра, тогда выделяется адреналин. Норадреналин выделяется, когда ты чувствуешь себя охотником. Тоже опасно. Ты пошел охотиться на мамонта, но у тебя есть азарт. Ты там рассчитываешь, как мне сейчас этого мамонта преодолеть. Да, то есть два гормона. И вот этот норадреналин, он дает этот вкус. Не зря люди, они наркоманят вот этими экстремальными видами спорта. Потому что происходит выброс этого гормона, и это дает тебе ощущение полноты жизни. Есть радость жизни. Чувствуешь азарт, никакого застоя. Вот. И тандава, в нем интересная вещь, то, что с одной стороны это физическое воздействие, да, то есть ты подпрыгиваешь, очень-очень мощная нагрузка, на сердце очень мощная нагрузка, потеешь. И также есть идеация, психическая идеация. И для мозга это одно и то же. То есть если ты себе что-то воображаешь, или если это что-то фактически происходит, мозг будет реагировать точно так же, как и в том случае одинаково будет реагировать. И во время тандава ты делаешь вот эту героическую идеацию, что я преодолеваю свой страх смерти, при помощи своей жизненной силы я преодолеваю страх смерти. И ты воодушевляешься, особенно когда, ну, много мужчин делают вместе танец. Это очень интересно, это прям такая становится «ва-ва-ва». Это как такой общий подъем, особенно если человек 50. Никто не может остановиться, потому что ритм создается, и какой-то такой драйв сильный, такие гормоны сильные. И потом после этого уже все задыхаются, но все смеются, и все такие «а-а-а-а». И, конечно же, в течение дня это состояние длится. Вот это я тоже рекомендую. Это мощная-мощная вещь. Вот, к тому же, когда нам становится за 40,
производство гормонов уменьшается, мужских гормонов уменьшается, и ты чувствуешь такую вялость. Жирок начинает появляться и так далее. И вот этот танец, он будет держать тебя в норме еще много-много-много лет. Он будет оставлять тебя молодым. Тандо, асаны. Асаны, они за счет массажа, физического массажа твоих внутренних органов и эндокринных желез, они нормализируют секрецию гормонов. Железы сдавливаются, сдавил и держишь. Растягиваешь и держишь. Скручиваешь и держишь. Я могу рекомендовать несколько асан в этой связи. Чакрасана, Дханурасана, Утката Пашчимоттанасана, Матсьендрасана, Буджангасана, поза кобры, Дирга Пранам, Йога Мудра. Все вот эти вот позы, они будут очень хорошее воздействие иметь при вот этой проблеме. Свет. Потреблять достаточное количество солнечного света. Вообще ночь и день. Для нас это очень важные вещи. Опять же, в течение миллиона лет мы повиновались этим ритмам. Тело формировалось в соответствии с этими ритмами. В 21 веке мы больше им не повинуемся. У нас есть наши компьютеры, которые открывают, вот этот яркий свет идет с экрана, и мы не спим. И потом утром, уже рассвет, мы не просыпаемся. И гормональная система входит в состояние хаоса. Это тоже вот этот неправильный образ жизни запросто может вызвать различные депрессивные состояния. Поэтому, с одной стороны, нужно следовать режиму дня. И когда ты следуешь режиму дня, настроение улучшается, выравнивается, ты чувствуешь себя непобедимым. С другой стороны, нужно достаточное время проводить на открытом воздухе. Плюс есть еще одна дополнительная практика, которая позволяет вот этот солнечный свет использовать для того, чтобы улучшать свое гормональное состояние. Вот мой мастер духовный, он бескомпромиссно два раза в день, абсолютно в любую погоду, абсолютно в любое время года он шел на прогулку. Но много было причин. Одна из причин, чтобы дать ученикам возможность проводить время вместе с ним. И другая причина, он показывал пример, как жить здоровой, эффективной, адекватной жизнью. Вот. И он два раза в день ходил на прогулку. Ты ходишь, ты потеешь, ты дышишь, и ты получаешь достаточно солнечного света для того, чтобы твой гормон серотонин производился в нужном количестве. Вот. И еще одна практика, связанная со светом, очень интересная практика для анахата чакры. Свойство депрессии у нас — это свойство анахата чакры, сердечного центра. Руки связаны с анахата чакрой, движение рук. Когда мы испытываем различные эмоции, мы жестикулируем. И вот сейчас вот тоже перед роликом я говорю своему оператору, что-то не идет. Он говорит, да-да, руки поднимай. Да, вот держишь руки вот так. Это мой прием, я часто его использую перед выступлениями. Я поднимаю руки, и что-то происходит с телом. Я это подсмотрел на TED Technology and Design, вот эта платформа. Там одна барышня выступала и объясняла про открытые позы и закрытые позы. Ученые, исследователи. Вот, и я вдруг провел параллель, я думаю, так мы же так делаем. Мы делаем во время пения мантры, да, Лалита Мармику делаем. Мы делаем это во время тандавы, и это действительно имеет эффект. И вот перед камерой я, бывает, просто сижу минуту, просто держу руки вот так. И действительно состояние меняется. Вот. Ну и практика, о которой хотел поговорить, она вроде бы есть на канале, я не помню уже, столько этих видео прошло. Если вы найдете, вы, пожалуйста, в комментариях ссылку поставьте. Практика называется Питриджаги или служение предкам. Ну, в общем, там не буду вникать в нее, один момент объясню. После душа, когда на твоем теле еще капельки воды, как маленькие линзочки, которые концентрируют свет, тебе нужно встать лицом к источнику света и делать мантру и мудру Питри Пурушебья Намага, Риши Дивибья Намага, Брамарпанам, Брамагавир, Брамагнал, Браманагутам, Брамавитенагантам, Брамакармасамадина. Вот эта мудра,
дает вот это движение, вот этой пластине анахата чакры. И ты стоишь к свету. И этот солнечный свет, он концентрируется в этих линзочках, маленьких капельках. И каким-то образом он усваивается. И да, действительно, такая очень божественная практика, она поднимает твое сознание. Это сочетание всего физического уровня, вот этой праны световой, жизненной силы, которая от солнца поглощается, и духовной идеации. Вот. Это тоже имеет очень хорошее воздействие, питриджаги. Но уже много довольно практик. Идем дальше. Питание. Важно, чтобы было сбалансированное питание. Йоги предписывают лакто-вегетарианское питание. В нашем веке есть определенная проблема с этим питанием, потому что молоко получается этически, неэтически, не всегда этически. Да, и трудно найти нормальную пищу. Вот. Тем не менее, этот вид питания считается очень благоприятным для здоровья. Сейчас, конечно, может быть священная война опять в комментариях, потому что люди, которые следуют веганской диете, зачастую они очень так настроены по-боевому. Вот. Но я не думаю, что смысл какой-то есть сейчас устраивать эту священную войну. Моя точка зрения такая, мой опыт такой, для меня это питание оказалось очень благоприятным в жизни. Вот сейчас я чувствую себя, да, в позиции, как если бы, да, всеядного человека атакуют вегетарианцы. Теперь лактовегетарианцы атакуют веганцы, потом веганцев атакуют сыроеды. Ну вот, питание. Питание сбалансировано, достаточное количество белка. Рекомендуется употреблять сыр, творог. Ну, конечно, на веганской диете определенно можно обеспечить себе тоже необходимое количество белка. Источников белка очень много. Разные виды молока тоже, которые не молоко, тоже можно употреблять. Вегетарианское питание. Пища. Почему я говорю про вегетарианское питание? Потому что пища, которая не нагружена большим количеством токсинов. Да, мясная пища очень тяжело переваривается, усваивается и выделяет большое количество токсинов. Вегетарианская пища гораздо легче. И вот говоря о токсинах, эндотоксины, то есть токсины, которые нашего внутреннего производства, токсины, производящиеся нашим телом, это тоже одна из причин депрессии. Подавляет производство вот этих гормонов, дофамина. И нужно следить за тем, чтобы кишечник был чистым, чтобы не было никаких токсинов. Две вещи в этой связи. Первое – это голодание. Ну, правильное питание, я уже сказал. Да, питание легкое, нет токсинов. Да, потому что если мы употребляем алкоголь, курим, там, мяско поедаем и так далее. Очень удивительно, что мы вообще все поголовно не страдаем депрессией. Потому что это серьезная нагрузка на организм, серьезное количество токсинов. Вот, особенно вредные привычки, алкоголь, курение, они создают очень-очень сильную предпосылку. И это замкнутый круг. Человек страдает депрессией, ему нужно что? Ему нужно бухнуть. Он употребил алкоголь, он страдает депрессией. И вот этот замкнутый круг идет. Вот, что нужно делать в этом случае? Нужно отказываться. Нужно реально брать и отказываться от вот этих привычек. И нужно, чтобы кишечник был чистым. Чистый кишечник при помощи голодания. Мы голодаем. Токсины все выбрасываются в кишечник. И на утро ты выпиваешь литр воды, чуть меньше, чуть больше, индивидуально, с лимоном и солью. Ложка соли примерно один лимон, сок одного лимона. Ты выпиваешь. Открывается у тебя клапан, вода идет в кишечник промывается, и ты бежишь в туалет, и все это из тебя выходит. И кишечник становится чистым, состояние очень хорошее потом. Угу. И еще одна вещь. Важно, чтобы была хорошая микрофлора. Мой мастер делал такое предписание, что вам нужно употреблять достаточное количество кисломолочных продуктов. Достаточное количество – это значит хотя бы ложку в день.
просто для того, чтобы заселять свой кишечник культурами кисломолочными. Потому что, когда вот эти микроорганизмы размножаются там, они подавляют деятельность болезнетворных организмов, которые создают токсичную среду внутри нас. Вот поэтому, ну, мой мастер, он хотел вообще сделать это правило, такое железное правило для всех учеников, но потом отказался от этой идеи, потому что в Индии для большинства людей позволить себе йогурт не так просто. То есть это дорогое что-то, и бедняки они не могут себе позволить. И поэтому он не хотел делать так, чтобы было какое-то разделение на бедных и богатых. Он хотел, чтобы все универсально могли следовать системе. Но так или иначе, эта рекомендация есть, что для здоровья каждый день хорошо какое-то количество йогурта употреблять, даже если это всего ложка. Вот это вот физические способы, как держать себя на высоком уровне. Если говорить о медитативных способах, самый-самый лучший – это петь мантру, танцевать Лолита Мармику. Сама биопсихология этого танца, она очень благоприятна для преодоления депрессии. Она успокаивает и дает тебе возвышенное состояние. Хорошая идеация. Ты медитируешь, высшее сознание – это все, что есть. Ты преодолеваешь. Да, если у тебя есть страх, если у тебя есть тревога, если у тебя есть и так далее, ты все это преодолеваешь одной суперпозитивной идеей. И эта идея становится главенствующей, и все, состояние ума меняется. На мой взгляд, это самая действенная практика. Даже лучше, чем гулять на свежем воздухе, даже лучше, чем воспринимать лучи солнца, даже лучше, чем потеть и танцевать вот эти танцы. Это самая-самая ключевая практика. Она действительно очень сильно помогает. Петь мантру и танцевать Лолита Мармику. Медитация. Сейчас это становится таким общераспространенным знанием, общераспространенным пониманием. У тебя депрессия, тебе надо заниматься медитацией. Медитация, ну, она уравновешивает твое состояние. И она, самое главное, что обеспечивает тебе вот это вот чувство прогресса в жизни. Ум концентрируется, и он проникает чуть глубже, он видит чуть дальше, и он понимает, что на самом деле я расту. Мир остается точно таким же, но мое понимание мира, мое видение мира, оно меняется. И вот это вот чувство движения, что я двигаюсь, что сегодня я лучше, чем вчера, завтра я буду лучше, чем сегодня, оно греет тебе душу, и оно тебя освобождает от этого состояния депрессии. Вот. Ну, в большинстве случаев, если ты это будешь практиковать, эти методы, духовные практики подытожены в форме так называемых 16 пунктов. Я записал, там у меня плейлист есть до 8 пунктов. Все никак не могу собраться и записать остальные 8. Но вот эти вот 16 пунктов – это полный кодекс или полный корпус практик. Если ты их делаешь, твое состояние будет оптимальным. Ты будешь божественным. Не так просто их делать, потому что предписание, там одно предписание по режиму дня, оно довольно такое трудное, да, соблюдать. Подъем в 5 часов утра, утром встаешь, начинается первая медитация, там асаны 2 раза в день и так далее. Вот. Но многие смотрят как вот на все эти правила йоговские, как на ограничения. Они говорят: ой, у вас столько ограничений. Я вообще это не вижу как ограничение. Это предписание для нормальной, адекватной, счастливой жизни. Это не ограничение. Употреблять алкоголь? Но я не хочу употреблять алкоголь. Потому что это абсолютно дурацкая привычка. Абсолютно ничем не оправданная привычка, ненужная привычка. И она подрывает здоровье. И вместо этого я буду лучше йогой заниматься. Если я хочу немножко уловить какого-нибудь состояния, ну, я буду хорошо медитировать. Глубоко, в глубокой медитации это придет. И это гораздо более светлые, гораздо более глубокие состояния, чем тебе любое вещество может обеспечить. Ну, вот так. Все, теперь вроде бы все сказал. Я надеюсь, это пойдет на пользу. Берите, начинайте с того, что хотя бы делать каушики и гулять на свежем воздухе. И хотя бы спускаться не на лифте, а пешком. Спускаться и подниматься. Все, всего доброго. Намаскар.